Дорогие друзья, вас приветствует журнал «Симбирск». Мы продолжаем цикл литературных передач. Сегодня мы вспоминаем ушедшего поэта, нашего собрата по перу, Анатолия Чеснокова, и посвящаем ему этот выпуск литературной видеогостиной. Стихотворение, посвященное моему другу Анатолию Чеснокову. Я в прошлом столетии печь затопил, завыла чугунная вьюшка, дымком потянула до самых стропил, и брагой заполнилась кружка, а угли с шипением стреляли к ногам, как брызги дрёной вишнёвки, и босый с похмелья молился снегам, кудрявый поэт из Теньковки. Замёрзнешь, дружище, ступай-ка ты в дом, согрей свою душу и тело, опять по России раздора садом, и тьма бесенят налетела. Но рано нам мерить терновый венок, обжегшись о холодность мира. За нами Россия, языков и блок, и Пушкина звонкая лира. Подкинем поленьев, чтоб дым к небесам, чтоб в стужу запели капели, а утром поклонимся древним местам, где вечно зеленые ели, а самая старшая память хранит о встрече друзей достоверно. Истлеют дискетки, и рухнет гранит, одно только слово бессмертно. Ты слышишь, дружище, певучая речь, не все еще песни допеты. Кудрявый потомок затопит нам печь, чтоб в круг собирались поэты. Анатолий Чесноков родился 25 октября 1951 года в селе Теньковка Корсунского района Ульяновской области. Он окончил Ульяновский педагогический институт, филологический факультет. Анатолий Чесноков – автор книг «В сердце Родины», «Прямая речь», «Свет Родины». Анатолий Чесноков писал: «Я горжусь своей Корсунской Родиной, Родиной поэта Языкова и великого художника Пластова. Бесконечно люблю ее, красавицу нашу, лесную, березовую и сосновую, холмистую и равнинную, с чистыми реками и озерами. Многие мои стихи навеяны нашей уникальной природой. Солнцем пропахшие травы, донник, шалфей, зверобой, где у какой переправы встречусь я радость с тобой, и у какого колодца, и у какого крыльца встреча с тобой отзовется песня любви для меня, и у какого истока чистых озер, светлых рек музыкой светлой, высокой нас обвенчает навек. И по ромашке гадаю, и на травинке любой, где моя радость, не знаю, снова я встречусь с тобой. Вьется тропинка лесная, солнце восходит в зенит. Где моя радость, не знаю, песня любви прозвенит. Лето, июль золотоглавый, сон навевает цветной, счастьем пропахшие травы, донник, шалфей, зверобой. Поэт трагически погиб, сгорел в своем доме в марте 2010 года в родной Теньковке. Памяти Анатолия Чеснокова, бродяга вселенной. Это кто там по звездам идет без боязни, наступая босыми ступнями в огонь, словно гордый бунтарь, ожидающий казни, и взметнувший в приветственном жесте ладонь, непричесанный, грязный, в помятой одежде, взгляд нетрезвый смеется из черных кудрей. Где я видел скитальца небесного прежде, и какой его случай вознес в апогей? Неужели тот самый поэт из Теньковки, презирающий холод, нужду и узду, для которого радость бездомной ночевки воплощалась в упавшую небо звезду? Он шагал по Симбирску без тени печали, извергая словесный поток чепухи, и бряцали в холщовом мешке за плечами его звонкие, как колокольцы, стихи. В них душа к неизведанным высям летела, над Корсунской землей белой птицей кружа, и несло ради этого бренное тело добровольную участь земного бомжа. Для поэта важнее достатка свобода, хоть и дом есть родной у реки Уренек, но манила его от порога природа в путь дорогу счастливой судьбе поперек. К теплотрассам, подвалам, разбитым баракам и скамейкам в тени придорожных аллей, к облысевшим лужайкам и мусорным бакам, где, казалось, бродячая жизнь веселей.
не жалел, не роптал, не боялся позора, не свернул к тихой доле, не сдался, не сник, ведь с ахматовской мощью из этого ссора и рождался поэзии чистый родник. Каждый новый исток первой свежестью ценен, и поэт для себя доказал, почему, ведь клеймо от народа «Корсунский Есенин» не случайно так прочно пристало к нему. Но в России талант ожидает расплата. Божий дар накликает поэту беду. Он, как Пушкин в Языковском парке когда-то, тоже ель посадил в материнском саду. И однажды рассыпала ночь изумруды, бесконечность сквозь зарево хвои маня, а у печки стихов рукописные груды охватила шальная стихия огня. И над спящим поэтом безмолвно и страстно занесла свой карающий посох судьба, а Всевышний из бездны взирал безучастно, как в российских снегах полыхает изба от земного в сугробах увязшего шара. Пламя в вечность бездонную строило мост, превращая алмазные искры пожара в животворную ленту пылающих звезд. А по звездам, касаясь босыми ступнями и душой излучая блуждающий свет, уходил в раскаленное небо над нами, не прощаясь, еще один русский поэт с тем же буйным весельем и с той же отвагой. Но приюта поэту и там не найти. Во вселенной он будет таким же бродягой, бунтарем и скитальцем на Млечном пути. Уходя, он всем нам назначает свидание не у малой медведицы в утлом ковше, ведь его место жительства — все мироздание, значит, в каждой ранимой и светлой душе. Недавно в издательстве корпорации технологий продвижения вышла книга Анатолия Чеснокова «Росой омытая строка». Презентация этого сборника состоялась в Корсуне и в Ульяновском дворце книги. На литературный вечер пришли друзья поэта, почитатели его таланта. Звучит высокая, лучшая, поэтическая струна души Анатолия Чеснокова. Как одиноко листья летят с ветром далече. Осень нахмурила серый свой взгляд, сумрачный вечер. Лишь на закате мерцающий свет, осень, разлука. С грустью смотрю на забытый портрет, в сердце разруха. Одиноко листья летят с ветром далече. Осень нахмурила серый свой взгляд, сумрачный вечер. Листья летят средь широких полей, в воздухе рея. Что ты наделала с жизнью моей? Вспомни скорее. Как одиноко листья летят с ветром далече. Заслуженный художник России Борис Николаевич Склярук написал портрет Анатолия Чеснокова. По словам художника, он однажды встретил в центре города, на улице Гончарова, идущего навстречу Анатолия Чеснокова. Тот шел босой, в рваных джинсах и майке, и с розой в руке. Борис Николаевич так запомнил поэта и запечатлел его на своей картине. Деревенский поэт среди городских многоэтажек, неприкаянный и свободный, и с символом красоты и гармонии, с розой в руке.
Анатолий Петрович Чесноков. Сентябрь. Покрытая мохом резьба, налечников ветхое кружево, и листья, прилипшие к лужам, осевшая в землю изба. Старик одинокий в окне, неярким обласканный светом, сентябрь обрывается с веток, соткав паутины на пне. Заметит прощальный мой взгляд в равнинах осенних, холодных, как темные стылые воды уносят багряный закат. Близка мне и эта изба, речушка, за ней огороды, осеннего поля судьба в объятиях сентябрьской свободы. Деревня, в окошке старик, задумчивый, тающий в дымке, гусиный, протяжный над ними, летящий, тоскующий крик. Поет в моей судьбе надежда и тревога. Я сделал шаг к себе, и это очень много. Нет, в жизненной борьбе я не пропал, не выбит. Я сделал шаг к себе, и это точный выбор. Не снятся по ночам стихи. И, просыпаясь трепетно в волненье, еще не понимая их значения, я чувствую всевластный зов строки. А мир еще не назван, не открыт, белеет ненаписанной страницей, и что-то в этот миг должно случиться. Художник встал. Сейчас заговорит. Забытый романс. Неужели все было? Юность, Пушкин, лицей, синь прекрасная стыла на прекрасном лице. Взбунтовавшийся ветер рвал осеннюю даль в пролетавшей карете белым снегом вуаль. Тучи низкие плыли, ночь в крестьянской избе. Неужели вы были не во сне, а в судьбе? Яркий блеск эпулетов, взор доверчивых глаз, молодые корнеты, смех мазурки и вальс, свечи, струны гитары, зов свободы в крови, страстный голос гусара, слезы первой любви. Над декабрьской Россией мысли, вольный полет. Вы пришли, вас просили, боли, бед и невзгод, просветленно и мудро в тот пророческий год. Но разбавлен поутру кровью мглистый восход, и Сенатская площадь опрокинулась вниз, как родимая роща у подстреленных птиц. Страшный миг эшафота, затухали слова, в вихрях кануло что-то в седине голова. Вы пришли, вас простили, вас забыли тогда. Над судьбою России затяжные снега. В журнале «Симбирск» номер 11 за 2016 год читайте подборку стихов Анатолия Чеснокова.